Остановите губернатора, верните малышам питание. Уже более 2500 ивановцев подписалось под петицией, которая появилась в сети несколько дней назад. В обращении, адресованном президенту Российской Федерации, женщины просят Владимира Путина отменить изменения, внесенные в федеральный закон об обеспечении полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет. Напомним, что с 1 января 2016 года, чтобы реализовать свое право на получение детского питания, родителям необходимо иметь на руках справку о малоимущности. В первую очередь это справка о доходах всех трудоспособных членов семьи, свидетельство о рождении детей, справка с места жительства, если это Иваново, если это информация о месте регистрации или месте пребывания имеется в центрах регистрации, то мы запрашиваем ее по межведу. Если же этого нет, то это обязанность предоставления граждан. Однако обивать пороги с пакетами документов наперевес будут не все. Тем семьям, которым уже назначено ежемесячное пособие по уходу за ребенком, достаточно просто прийти в ведомство. Справка о малоимущности им будет выдана сразу. Для остальных срок обработки документов составляет порядка 10 дней. Малоимущей признается семья, у которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной по Ивановской области. Сейчас он 9331 рубль. В департаменте объяснили, изменения в законе носят рациональный характер. Если раньше получать питание могли все и по чуть-чуть, вне зависимости от того, нуждается ли семья в этой льготе, то теперь те, кому данная услуга действительно необходима, будут обеспечены полноценной ежемесячной нормой смесей и каш. Ситуация выглядела таким образом, что получали по количеству этого питания мамы для детей от 1 до 2 пачек в месяц. Конечно, 1-2 пачки в месяц не решала для них проблему детского питания, потому что если говорить о полноценном детском питании, то это не менее 5 пачек питания в месяц. Поэтому было принято решение пересмотреть вот это вот закон областной. Финансирование департамента в 2016 году значительно сократилось. Если в 2015 на обеспечение детей питанием было выделено 47 миллионов рублей, то сейчас всего 28 миллионов 600 тысяч. Молодые мамочки к ситуации относятся по-разному. Мне предлагали, но я этой услугой не пользовалась, потому что ребенок аллергик, ему нужна была другая смесь. И, в принципе, я считаю, что если уж семья малоимущие, то она, конечно, должна получать. А так, в принципе, наверное, люди могут сами купить ту смесь, которая подходит их ребенку. Потому что я считаю, что каждый ребенок должен получать элементарно хотя бы 2 этих пачки каши. Не, мне услуга это предлагали. Я просто в аптеке беру эти смеси и использую. У меня старший в чай добавляет, в кофе. На данный момент на учете в службе соцзащиты состоит более 8 тысяч детей. А значит, эти семьи точно обеспечены положенными по закону 2 килограммами питания. Тем родителям, которым по каким-либо причинам не могут предоставить справку о малоимущности, с 2016 года придется самостоятельно корректировать семейный бюджет с учетом принятых в законе изменений. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.